Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalker Zov Припяти. Сегодня мы отправимся на Припять. Да-да-да, пойдем. Пойдем, Зулус. Естественно, в тоннелях-то вы все умрете, скорее всего. Но это ничего. Вот так. Нечего мне тут. Ну что, готовы? Готов. Отряд? Всегда готов. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали. Вперед. Удачи вам, хлопцы! Ну, спасибо. Удача мне явно пригодится. Сука. Без энергетиков попёрся. Ну ладно. Нет, эту пушку я, пожалуй, приберегу на монолит. Погнали. Давайте, парни, нам на эту сторону. Нахер. Давайте, парни, я вас не брошу. Сука, вот хотел же на плохую концовку пройти, все равно не получается. Не хочу я их бросать. Я еще такую вещь увидела. Чудак, без паники! Погоди! Меня, походу, свои убили. Прикольно. Забавно. Буду знать. Ой, блять. Пидорасы. Нахуй пошли.
Иди вперед, блядь. Иди, просто иди, сука. Со своим пулеметом. Так, без паники! Огонь! Банал готов. А, нет, Суз готов. Это Зулус готов. Точняк. Отправляйся на небеса, хули делать. Не знаю, как я один буду проходить это все говно. Ну как-нибудь добуду. Там еще сагачит. Еще два. Блять, патронов-то нет уже. Совсем причем. Когда же их успел отстрелять-то? Нет. Надо вернуться. Чё там? А, еще ж пулемет есть. Сколько тут? 16 патронов. Ладно, отстреляю и выброшу. С вагоном заныкал, спадла. Все. Всех положили, это конечно заебись, но патронов то нихуя нет, а мне еще с монолитом воевать. Давай отстань. Сколько патронов-то? Пиздец. Сам себе такую жопу только что сделал.
просто, блядь, невообразимо. Ладно, надо сохраняться. Идти врубать электричество. Как-нибудь проходить это говно. Нахуй иди, тарас. Падла. Вот тебе граната. Еще там граната полетела. Есть. Аккуратно. Вано, пожалуйста, аккуратней. Тут эти, блядь, монолитовцы. Да возьми ты антирад, тварь. Ой-ой-ой-ой-ой, это снайпер. Откуда он выстегивает? Не то. Выходи, падла. Я ж там ходил. Нет. Я ж тут ходил, сука. Блять, не то слово, Вано, ёб твою мать, я уже 20 раз, блять, поблагодарил судьбу, что я вас не оставил. Слушай, дорогой, а здесь не так плохо, наверное. Чё? Чё, сбрендил? Не надо, Вано, не пугай меня.
Давай-ка большой сейв сделаем. Да-да. Ну, я не знаю, слушай. Может, диспетчерская открыть можно? Да ты проницателен, друг мой, Ванно. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Да я уже все посмотрел. Спасибо тебе, красавчик. Молодец вообще, Иванов. Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Да, Ванну, молодец вообще. Ванну нашел дорогу. Ну, тропинку Ванну нашел. Я уже все открыл, Ванну. Смотри, тут открыто все. Прикинь. Блять, серьезно. Сейф. Падла ты ёбная. Вот откуда-то оттуда пальба идет. Вся фишка в том, что патронов-то у меня на донышке. Вперед, братья! Нахер. Тебя и твоих донных братьев. Два. Значит, Вано и еще кто-то. Сейф. Еще одна маленькая крыска с монолита где-то заныкалась. Блять, да патронов-то практически нет. Давай сниму оптику с вала. Тут патроны хоть какие-то есть. Обойма. Там двери открылись. В них идем, да? Да. Выходи. Братья, я обойду его. Не обойдешь. Не обойдешь. И братья тебе вряд ли помогут. Никакой враг тебе в спину не выстрелит. Слово сталкера. Спасибо, Ванно.
Давай-ка сейф. Элочкой говно это бегало, да? Так, делаем сохранение. Блять. Ну что, двинули? Такое место увидел, а? Нет, слушай, хорошо, что оно с тобой пошло. Да точно. Спасибо тебе, Вано. Такой жиздец вообще. Ляж и лежи, сука. Вано, аккуратней, там зомбированы херва гора. У зомби есть аптечка, вот это поворот. Да ладно. Крыса. Но не ломанулись туда. Понял. Не смей трогать Вано, сука. Молодец, молодец! Так держать, так этих пидоров! Так, идем дальше. Просто подарок под пальму. Слушай, дорогой, а здесь не так плохо, наверное. Нет. Кого там увидел? Оружие заклинило. Они еще и стреляют хорошо, пидораски. Ты посмотри на это говно. Наверное, один просто в ауте болтается, да? Да. Пиздюк собака нас стрелял. Торговцев-то тут
нету в Припяти. Ну да ладно. Ты как? В порядке? Пойдем. Худо-бедно, кое-как, с одной потерей, но мы таки добрались. Оружие на землю! Быстро! У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Да, Вано, не думал, что ты будешь настолько мне полезен. Майор Дегтярев, СБУ. Накрылся медным тазом нашу операцию. Вместе с вертушками легло больше половины моих ребят. Связь с центром до сих пор никакой, вот так вот. Видишь, я тоже очень хотел узнать причины провала. Догадки есть. Единственная версия, нас сбили нахрен. Причем из какого-то неизвестного оружия. Ну, это понятно. Ладно, до встречи. Мне нужно говно скинуть, починиться. Так что... Давай. Не бузи. Так, говно, по-моему, можно вот здесь вот скинуть. Винтовка мне не пригодится вообще ни в коем разе. Патронов вообще понты. Бля, красота. За собой тут следить все время надо. 939. СП5. Аномалия. Парень. Короче, анекдот цивильный. Соловом в вещевке жалуется. Товарищ прапорщик, а чё мне фигню какую-то выдали? Штаны на колен, рубаха болтается, а рукава короткие, перцы вон сами слетают. Я тут в зеркало посмотрелся, страшно стало. Бронежилет. Я путём, солдат. Всё как надо. Давай, бронежилет.
Мы должны внушать врагу что? Правильно. Так, патроны. 9.39. А вторые патроны, я даже не знаю для чего. Наверное, для калашика. 5.45. Тут есть уже БНВ, кстати. Электроники. Хорошо, защиты головы. Не написано. Но, скорее всего, есть. Давай мне 5.45, 5.9. Ну, это костюмчик для аномалии. Нет, мол, ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Как отсюда посмотришь, так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Так. БНВ есть? Есть, но говёная. У нас во взводе один был, так тот как отмочит. Вот, например. Так, ну бронебойки положи. Врач глазник ему. Левый глаз закрой. Какие буквы видишь? Рапор молчит. Ему опять. Левый глаз, говорю, закрой. Какие буквы? Рапор молчит. Доктор не врубается. Ты что, вообще слепой? Нет, доктор, не слепой. Эти самые вижу четко. Только не помню, как называется. Так, пси-защиту оставим. Заживление ран выкинем. Навернуть бы сейчас гречки с тушенкой. Да. Пси-защита не нужна. Это я бы на раз. Чё ж так много весит-то? Броник мой. Так обернется, часто с два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Ну ладно. Среди людей зато. Что ж, дорогие друзья, наверное, пожалуй, на этом. Вот, хотя хер там, давайте с монолитом потягаемся. Они, блядь, заебли вообще, пидорасы. Так, сними, пожалуй, прицел, прикрути его к лавине. Ой, блядь. Фонарь. Айс, на крышу! Остальные за мной. А, все. Айс на крышу. Ты уже всех распределил, да? Привет, братва. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим кости врагов наших. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. Нахер. Бой, защитники монолита! Всем занять бой! Позиции! Отомстим за павших братьев наших! Да будет благословенно вечное их единение с монолитом! Смерть! Ебать, гранатами кидается, совсем конченая. Айс, ты уснул! Айс, мертв! Он по скрипту умирает, дебил! Чё ты на него орёшь-то? Искоренить! По любасу, давай! Да сдохни ты уже, сука! Блять. На дно. Там
ладно. Что, правда докинул? Ёб твою мать. Суровые вы, пацаны. На дно, блядь. Ох ты, твою мать. Я-то хоть выживу. Вперед. Пиздец. Смотрите, как садит, тварь. Искореним врагов монолита. Искореним врага, братья. Я думал, он там трупом лежал. Ладно, давайте сейф. Полюбасу. Нужно уничтожить его. Блять, ну это свой. Че, мы победили вроде как, да? Давайте через форточку выйдем. Че, нельзя что ли? Да ладно, не пизди. Должен же быть способ. Нет, видимо, способа. Чё враг монолита, блядь? Да выёбывался? Вы видели, каких колбасило там в здании, когда я зашел? Вообще прикольные пацаны. Так. Вот тут качественные ребята валялись, реально, блядь. С чего он стрелял? С лавины. Патроны уж больно у него хорошо ложились. Разрядить. А, ставлю, хули. Вес позволяет. Вот даже несмотря на то, что они вроде фанатики, отбитые причем полностью. По снаряге у них все охуенно. Ладно, выбросить. Откуда у сраных фанатиков такая хорошая снаряга? Блять, и этот с СВДхой сидел, ну это вообще.
А, сука. Чё выбросить? Да чё выбросить? Ладно, прощай, СВДшка. Медицину возьму. Больше пользы будет. А эти лохопеды с дробовиками тут были. С элочками. Их стрелять тут вообще одно удовольствие было. Все-таки охеренная пушка этот вал. Даже не так винторез люблю, как вот именно вал. Он круче. У него патронов в обойме больше, пускай точности чуть-чуть поменьше. Кстати, дай-ка мне свой абакан. Чё, серьезно, что ли? Можно? Там же еще этот айс дебил на крыше лежит. У него ж там тоже снайперка. Сколько приблизительно она стоит? А, тут не написано. Досадно. Но я думаю, снайперка будет стоить дороже, чем вал. Есть энергетик. Ну, блять, пожалуйста. Твою мать. Нет, нельзя так много этих патронов выкладывать. Хлеба возьми полкилограмма. Похуй, патроны забери. Гранат. О, заебись. Все, возвращаемся на прачечную. Загружен по самые яйца, ну ладно. Шесть килограмм. По идее, мне должно хватить баблишка для того, чтобы отправиться на Скадовск. Там распродать все это счастье. Починимся. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Молодец. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня тоже успел достать. Во, Гарик и этот пилот пришел. Да нет, я не про капитана, я про Гарика. Задание отменено. Слышь, Вано, как оно? Как дела? Хорошо, почему нет? Ну ладно. Давайте отремонтируемся. Ну, это ты ремонтнуть не сможешь. Естественно. Так, мы пошли пообщаемся с полканом, ладно.
И когда же нас отсюда заберут? Есть потери. Но я добыл некое оружие. Добыть информацию. О, разведгруппа вышла на связь. Группа, прием. Что там у вас происходит? Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Чертовщина какая-то. Да мертва уже. Ты, майор, ты поаккуратней там. И все время держи связь. Ой, бля. Сука. Придется еще группой заниматься. Погано. Ладно, сейчас выложу прибыток. Я так чувствую, 500 килограммов, я уже не того. На вот. Столько патронов не надо будет. И гранат столько не надо будет, я думаю. Благо аптечек навалом. Я даже так переполнен, это охереть. Ай, блин. Ладно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Продолжим уже в следующей серии. Что-то как-то все идет не совсем по моему плану. Ну да ладно. Всем спасибо, всем пока. До новых видео.